Все, всех шуманут. Нет. Там Мэтт Фокс, я не знаю. Плюс аните в гид-чат, пожалуйста, кого не суманули по-братски. Витя суман. Я Витя уже суманул. Да потом до сумоним пошли, тут в рейде уже он, люди, блять, к этому подход к коридору. Ладно. Так, ну чё? Как обычно, танчите. Это... Как он называется? Дайте хоть. Блять, а где Пасифея, Ляночка? Что-то их не видать. Тоже с... не заходят. Тоже кикать гильды. Очень смешно. Это а такие, кого шутки... И... такие шутки у тебя? Думаю, ну... Не подходит к этому моменту. Что это ты не в духе сегодня? Ну а хули не в духе? Ну типа нихуя мне такую, блядь, информацию дают, что вообще в ахуе. И в итоге, да. В итоге меня хуесосом выставляют нахуй. Я сейчас кое-кого выставлю нахуй. Тихо. Хуеете, блядь. Не надо. Без вот этого, камень. Красный ЛК-камень или сердолик на СПД? Сердолик на СПД. Все, че, вон это сам демордаун. Вот, бидон добегает, все, поехали, блядь, где там? У меня это. Инквизитор. Пускай съебет, уйди. Пускай уйдет отсюда. Я правому кину центриону корни. Сейчас ты это. Ты сердолик даришь? Сейчас эти пидоры уйдут. Ну ты говоришь, у тебя есть сердолик, господа. Или у тебя нету? Дартис, поставь третью ауру. Да. Все, вот эту всю парашу, которая спускается, ага. Танки берем, хуярим и увешиваем. Центурионы потом уже. Диспел. Так, Эвелов. Эвелов. Там написали, да, заметку, имя у него там, чё? Так пойдет, Макс? Там пацаны принимали, я не смотрел. Да, Руся зовут. Я помню. Руся, а у тебя... Скоро не спали. Есть этот, как у нас, да похуй, сейчас уже пускай танчит. Ну и бьем центурионов теперь, после этих. Вот этого. Я, короче, возле инквизитора, который вот кружок за контролю вот поставил справа, который идет и второго. Вот я кинул кружку этот самый. И вот этих двух бьем. Отойдите от этой хрени, от вертушки. Слышишь, у тебя есть DC голос хэпал, который? Да, есть. А ты мне скажи, вот ты, ну, сибирское время тебе подходит, потом, как у тебя вообще, Волонир делал когда-нибудь? Не, Волонир не делал, времени заебись. Что еще раз? Говорю, Волонир не делал, по времени заебись. Волонир когда-нибудь делал? Да я, блядь, собираю просто коалицию. Это первый вопрос преступления в гильдию. Я просто коалицию собираю. Про товар Волонир делал когда-нибудь? Слава, я знаю, делай мне Волонир, я буду в протике с Волониром танчить, нахуй. Да, на туре. И ПВПшить еще кайфово будет. Если возьмешь всю эту хуйню на себя и релить, нахуй, то, блядь, делай на протика поебать вообще. Я, блядь, хоть по чилю поиграю. Ну я чё это имею в виду, что типа ты, ну шаришь, да, про пуху, про Волонир? Вообще, математика нормальная? Слышал, что ебать, типа, да заебись, а УЕ хороший дает. Центуриона не контролили, короче, поэтому сейчас будет, ну, смотрите, вертушки. Скопалось, диспельте. Тактику наука, вот это знаешь, да, вот куда мы сейчас идем на келе? Не, ЗЭО сока не знаю. Короче, смотри, там все просто, там просто хилишь рейд, короче, но там будет оружие, его надо будет лутануть. В частности, тебе надо будет приготовиться к тому, что ты лутанешь вселенский вдохновитель, это пушка одноручная на хила. Если ты хилишь, все твои, ну, заклинания, они дают баф людям, которые хилишь, на минус 50% урона от огня и от тьмы. Вот это обязательная хуйня тебе надо будет взять. Там прожимать ничего не надо, просто одеть. И щит еще надо будет одеть. Щит танковский, вот, но на нем есть прожимка. КД минута и прожимка на 4 секунды на 100 тысяч абсорба. Вот эту хуйню тебе надо будет одеть. 100 тысяч абсорба и выставить на панельку, там, ну, освободи 7 мест заранее. Вот. КД там 30 секунд, а не минут. Ну 30, ну похуй. И значит, тебе надо будет вот эту хуйню прожимать на момент, когда будет Феникс появляться там. Плюс спасает от Фера. Ну Фера там не будет, когда Кель уже, что с Фениксом. Ну это да. А где это у похуй щит взять? Не, это когда будет там вторая время, фаза. Время дохуя будет, чего увидишь.
А так не так сложно. Ну, так, и теперь главный вопрос. Кто у нас будет танчить этого ебаного, как он называется? Бабу эту ебаную. Надо, надо, чтоб... А кто у нас? Взятый? Ну да, взятый выходит. Нет, нет. Объясните, что делать. Нет, 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 нет. А ты думаешь, агро не наберет? Нет, не взятый, нет, не агро. Надо это... Ну, можно Сатурёна стонтить? Витя, Витя, отойдите, отойдите. Вы не видите, что он крутится прям в рейде? Ну, вот, да, блядь, на мне так-то стан. Ну, так-то еще танк есть, и могут милики стонтить. Вы вот стоите в этой хуйне. Че, вы слепые, блядь? Пиздец. Я побежал, вот, блядь. Все, кто упал, вы просто бичи, блядь. А если не я хилили? Я понял, нахуй. Не хилили? Знаем, так а хули не хилили? Вы, ну, я вот отбежал в совет, смотрю, три челика стоит, сдохли, нахуй. Как, вообще нормально, блядь, в голове или чё, блядь? Ну, вертушка крутится. Они не хилили, потому что не сдохли, блядь. Сейчас, это, не пульте следующую пачку, пока что людей резайте. И ставьте шкаф сум в нём, а то не бежать еще долго будет. Короче, я так думаю, надо Вадикону хуярить, чтобы он танчил. У него... Нет, я не набираю совсем. Не. Да, Витя, ну, а кто, Витя, а кто, он... А кто тогда набирает? Пусть Витя это... А он наберет? Опа! Да, лутера дай. Лутера, да, у Вити таунт есть, наберу. Я так понимаю. Нету. Какой лутер, блядь? У тебя лидер, блядь. А, ёбаный. Боссы не таунтятся, чисто, ну, напомню так, хуйню одну. Боссы не таунтятся эти. Поэтому... Ну, в Т5 порезан агронабор у ДД, поэтому я набираю меньше любой совы в Т4. Ну и кого тогда ставить? Меня, что ли? Или как? Нахуй, хуй знает. А почему взятого нельзя поставить? Просто интересно. Блять, потому что, ну, я не знаю, как он будет набирать. Плюс он не знает, блядь, тактику здесь. Да, просто взятый пойдет ебашить, если что, Витя в него на пол сдаст, да и все. Ну, похуй. Пускай сдаст. Взятый, ты понял? Сейчас зачистим мобов. И я поставлю метку, где тебе стоять. Там надо будет кастовать в бабу. По агро вроде жгучая боль должна генерировать. Но типа ты свою ротацию обычную прожми там. Ну и потыкай жгучую боль. Посмотри, Оман же у тебя есть? В Оман... Да, в принципе он должен набрать агро, пока вы будете... Да, это первого. Понятно, блять. Посмотрим. Должен набрать, конечно. Вот нужно, чтобы он побежал туда, ну и там или порт поставит, ищите рыбу. Так, сейчас умнем. Сегодня, блядь, имейте в виду, будет вам, блядь, сюрприз, нахуй. Как мне на голову сваливаются сюрпризы, когда я, блядь, захожу, так и сегодня будет сюрприз, блядь. Всё, приятный? Да. Нет. А то ты будешь? Слава, могу тебе сюрприз сделать. Давай. Когда это, идите танки. Лутаю, короче, четвертую шмотку и ливаюсь, блядь. Я понял, нахуй. Бля, сюрприз охуенный. Это, Рингер, ты в очередь остановись, пожалуйста. Бля, получается, я уже долго сижу. Уже должен был как пару дней сниматься, наверное. А чё, чё вы бегаете? Чё это? Ну, Катя, что ли, или чё? Мы учимся это лутать и убегать. А, или хули Дринк отошёл? Чё, не знаю, маршала бы хоть вывели. Мы учимся убегать. Да, с Т5-ми. Быстро, да, быстро, да. Ноги пизды не боятся. Вот видите, там, ну, как мастер, беги, блядь. Бафать тебя ещё раз. А чё он там, куда побежал, нихуя? А я эмфиль дал, хули ты хочешь? О, я сбил ему карт. Чё, одна воронка была? Покаяние. У тебя сколько, 5 теперь? Ворон. Кто вам сказал, что у меня 5, блядь? У него нет воронок. 24 же говорили. Копил. Уже всё продал, блядь. Холидринг, ты сам сказал, что у тебя есть 4 воронки. 4 неприкасаемых воронки. А сколько у меня воронок, я не говорил. А 24 где еще? Все, прости. 4 уйдут легкие. Подожди, хочешь сказать, их больше? Да. 4 неприкасаемых. Это чтоб выпало еще, блядь.
Центурион. Самое главное, блядь. Центурион. Вот смотрите, он подошел к рейду, надо от него отойти. Вот смотрите, блядь. Можно забрать этого рыцаря боссового? Ну, блядь. Всего сейчас 9 воронок, из них 4 уйдут сразу Лёхе. Я себе, блядь. Хорошо быть Лёхой. Да, если бы, не если бы не такие игроки, как Хулидринг и Лингран, я бы давно уже нахуй пол гильдии покикал, да пораспустил. Повесился. Нахуй, все, блядь. Ну спасибо тебе. Еще нахуй, и повесился бы. Я понял, вообще спасибо, на них, вообще, на них зовут, вообще на них молиться надо, нахуй. Вообще нахуй, все, ливаем, все нахуй, остаются Костя и. Ну они палатины, понимаешь, да. У них мировоззрение доброе, как бы закон. Да, я понял, доброе в натуре, нихуя. Причем один из них говорит, этот самый. Значит, сейчас, блядь, метки поставлю. Значит. Так, Авелания, возьми от тьмы. Так, взятый, иди сюда. Вот тут, короче, вон, видишь, баба, ну примерно вот тут ты будешь. Рарник, возьми огонь. Баба это вот Авелания, она. Не бери, когда предлагают. Видишь? Слышишь? Ты где там? Да, конечно, вижу. Вот. Значит, вот эта баба, это со звездой. Ну, они будут убиваться первый раз. Сначала по одному, потом будет оружие, потом он их резнет всех одновременно. И вот когда вот он резнет одновременно, ты уже на той позиции, уже в эту бабу хуяришь. Этот МВП хант не забудь на него напулить. Вот. Ну, и на тебе будет частица этот, капал где логается. Окей, вот. А если долбоёб убежит? Ну, собственно, на меня. Тут этот Талдред. Нет, он не убежит, там его забирают. Он не успеет добежать до тебя. Ты только тарелку. А, ну да, он будет здесь лежать. Короче, я понял. Когда все ресуются, я просто стою, как долбоёб. Ты стоишь и хуяришь, да, бабу хуяришь. Потому что мы пока ромбик будем бить, он такой босс, что он не таунтится. Ну, они все не таунтятся. И он еще выбирает цель каждый день. Да не, я что-то был, я знаю тактику. Просто вот мне по бабу надо было объяснить. Ну все, блять, вот и вся хуйня. Рейндж 10 от бабы держи просто, да и все. Окей. Да, она за тобой бегать не буду, будет фаербол тебе давать и все. Ну ты этот... Юля логается или вылетел? Логается. Там Брутин валит вернулся. Опа, нахуй. Так. Так. Кого свичнуть? Дартиса, нахуй. Дартис. Ты не обессудь, только не обидься, блять. Слышишь? Надеюсь, обид никаких нету, мне надо РДД побольше. Вот мы его с собой сейчас возьмем. Слышишь, Дартис, ты тут? Он уже удаляет дискорд. Сейчас смотри, короче. Да не, нормально все, блядь, пододенется и будет нормально. Все же так мало дамажили сначала. Это и баните ему портал Долоран. И продукт сдай столик. Вот, друид инвалида, ставьте шкаф Сумонте. Это будет нам дополнительная помощь. И БР, и Индер. Один стол косарь. Сове, значит, будешь. Кстати, один шкаф, два косаря. Слышишь, да, дури ты нули, сове будешь? Не-не, шкафы бесплатные. Так, да, значит, да. Так, значит... Так, вот это пока восьмой я кикну, чтоб не мешалось. Давай. Значит, смотрите, теперь хилы вас трое. Этот, хэпал, ты говоришь, не знаешь, да? Вот смотри, будет... Ну, ты вперёд, в принципе, все увидишь. Вайп один или два, может, и будет, но так должны ебануть. Нихуя. Этот, смотри, там будет лог взятый, вон он среди пати. Когда этот 4 моба резнет босс, там после оружия, ты на него частицу ебанешь и будешь хилить танков. Вот танки один в кружке, один в треугольнике стоят. Вот ты их поочередно хилишь, и у тебя по звезде, по взятому идет этот ебаный нахуй частица, блядь. Нихуя сложного. И все, заебись. Метки для хилов ставить будешь? Да, сейчас я поставлю. Значит, метки для хилов. Короче, флут убейте. Смотри, Пау. Первая фаза выходит моб с топором. Подожди, стой, Костя. Давай потом, вот после вайпа, ну, сейчас нету времени. Ну, нахуя, ну, подожди, если можно... Подожди, и давай я ему расскажу, не рассказывай, вот как ты рассказываешь. Холипал, просто все легко. Первая фаза, этот, поочередные идут мобы, не надо нихуя тут рассказывать. Просто не надо. Вот, моб на него побежит, мы скажем ему бежать, и все. 30 метров от первого моба будешь держать, вот он, ромбик. Он 10 секунд каждый меняет цель. Все остальное тебя не интересует, просто хилишь танков, и все. Оружие, ты просто стоишь и тоже хилишь танков, вот тут за черепком, блядь. Дальше их резать.
действуют одновременно, это тоже хуйня. Мы их убиваем, и все, и вступает Кель в бой. До 50% Келя, блядь, там вообще все легко. Там будет два контроля, мы там убьем своих и разрезаем их. И это, после 50 он будет подкидывать воздух. Вот, когда воздух подкидывать, вот насчет этого смотри, что тебе делать. Частицу ты будешь держать на холидринке, он будет водить фениксов. Теперь босса Юли, как обычно, вот сюда за черепок заведешь. Ну, метку не буду ставить, ну, примерно 10 метров от черепка. Вот, и хилы, соответственно, будете стоять трое хилов. Вот, один, значит, в черепке, один в этом, как он называется, в кресте, и один в квадрате. Вот, значит, непосредственно мордаун занимаешь позицию черепка, блять. Непосредственно, кто там, бидон, ты давай позицию квадрата. И холипал, твоя позиция будет в кресте. Вот. Что это означает? Когда будет босс подкидывать воздух, он может еще немножко сместить вас. Вы что делаете, хилы, первым делом? Просто подлетаете в сторону своего крестика. И вот примерно где заканчиваются вот эти лучи света, вот метров на 15 над головой вот этой совы висите. Вот, под потолок, если сильно подкинет, то немножко спустите вниз. Потому что если лететь в пол, вас подкинет в самый потолок, и вы не успеете спуститься. Там, ну, секунд 15 мы висим, вот, и потом он это убирает гравитацию, мы обратно падаем. Вот, чтобы урон от падения большой не получить, нужно немножко посередине находиться. То есть и не низко, потому что подкидывает, и не высоко. Кель будет посередине этой хуйни примерно. Для хупала вот. Еще нюанс. На фазе, когда будет кель до 50%, если тебя берут в контроль, нажимаешь бабл. Да, крылья не нажимай вообще. До этого крылья не сдавай. Обязательно бабл все поставьте себе на кнопку, на удобную. Вон там сколько. 4, а паладины выйдет баблом, магии глыбой. Поставьте шкаф, а продукт знает, так у этих стамалка есть. Вот, и взятый СС по КД будем кидать с тобой на Вадикона. Всегда на него кидаешь. Вот, он БР будет в последнюю очередь отдавать. Ну и если мы его, соответственно, захуярим в контроле, у него уже будет вставалка СС. Вот. Ну и это еще такая хуйня. Если, короче, будет Феникс появляться, ну, Мордаун, старайся максимально редко считывать. Если что, не стремайтесь себя подхилить. Потому что, ну, щиток может сбить огонь, и потом еще, когда Феникс появляется, он еще по рейду дамаг наносит. То есть он появился, от лужи еще дамаг, кто там рядом с ней стоял, еще по рейду, по всему дамаг пройдет по 25 людям. Поэтому дубовые там вот это все готовьте там по скиллу. Потому что, блядь, если будет ХП, мало попадаете. Будет тяжелее. Ну и все, посоветуйте, пожалуйста. Этот опрос забыл столик, нет? Где столик? А где он? Дайте, блядь, еды нахуй. Хаску советом. Давай рыбу поставлю. Покупай чай, на, нахуй, еду. Заебал. Хавайте. О, мне уже дали штрудина. Да мне чисто, чтобы это манну есть. Сейчас еще банки выпью. Это банки там, по банкам надо кому-то раздавать, нет? Мелики и дети обмен полидринку на АП. У Вадикона СПД есть 14 штук. Ага, вот, берите. Этот самый хэпал, этот... Че, хилам, наверное, сапрот, да, лучше, блядь? Да, лучше обмен холидринку за сапротом тоже. Вот. И если свой есть, можете выпить там. Вот мордаун, бидон и это хапан, возьмите сапрот. Да еще и заломан, чем... А, вот, красава. Милики, вам не надо фласки, да? Так, а урги, грудак и голова есть, да? Так, голова и грудак. Угу. А через что ты, напомни, собираться хотел? Через штаны и плечи, да? Типа нонсет у тебя будет этот, как он называется, перчатки. А, я его замутал, что ли, или что? Не ты. Ему не надо ты. Ноги, насколько я помню, угрю и плечо. А вообще он говорил тогда, что вроде все пять. Все пять нахуй подождут, нахуй сначала 4 надо. Ну то понятно. Хотя бы 2 налог. Принимайте. А 2 тебе ничего не дадут. Мне бы хотя бы первый, блядь. Рарник, Хукмастер, Виланша, Вилания, блядь. Чё там, блядь? Рарник, бича получится. Иду запускать. Иду запускать. А вкусную конфетку?
Все тихо, блядь. Кто сдохнет от этого? Милики, подальше. Отойдите. От этого мудака кто будет умирать, нахуй? Стычки. Хуже бича. Я просто в 25 сразу вхуяриваю, имейте в виду. Че, у нас третьей ауры не будет? Трарник, возьми третью. Блять, возьмите паладины, блять, третью ауру. Я думал, хули пал будет брать. Топ-контент закрываем. Угу. Я по летам беги. Милик, это шли. ДБМ не работает. Ёбаный Сирус. Милик, это шли. В сторону ромбика ведите его, блядь, сейчас. Одикон, беги, Милик. И отходите, Милик. Эволов, беги. Уёбка, кто кости танчишь? Да. Отойдите, блядь. Вот это баба ты. Так, взятый. Нет, 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 на третьей да, фазе, сейчас... Витя, на третьей понял, фазе. Понял. Сейчас холидринг, потому что он свободен. Наебывает. Извиняюсь. Радник, Мэтс, тебе значит... делать нехуй. Притворись, блядь. Он... Притворись, МП Хант. Я лагаю или что? Тихо. Там не обязательно, слышишь, тебе будет взятый звезду вставать, просто как удобно. Да, я понял. Чтоб хапал бы тебя доставал. Телонику с 5 секунд. Это сейчас по оку частицу или потом? После оружия. После оружия, сейчас пока на холодильник пускай будет. Сейчас вот этот пидор умрет, Милик. Отбежали, Милик. Бля, забирай. Пусть вот этот пидор умрет, и оружие будет появляться. Но пул только один, поэтому же секунд 10 не бьем никто, только танки бьют сейчас. Пыхан. Сыба полагает, что ли, или что? Да, да, оружие да, отошли от ступенек. Отошли. Вот, идите. РДД астральный. Такого сокрушителя играем. Тесак, тесак, заберите с рейда. Сейчас. Всех фризы нет? Да, фризы, да, блядь, да. Играем. Да, подлаги. Свято сра. Блядь, ёбаный в рот, нахуй. Ну чё, кидай 25. Откуда станы? Ниоткуда, нахуй. Не задавайте, блядь, тупые вопросы. Ну чё за хуйня? Свято собрали. У тебя игрушка висит. Посох надо это. Посох грипните сюда. Блин, так далеко, блядь. Керус, оружие добьем, будешь резать Святос. Святос, я осторожней с дамагом с ним, блядь, с агро нахуй. Лучше сторонки поставим. На пол один, Керус, блядь, рез... вы не врывайтесь так. Так, берем хуйню, оружие лутаем. Давай, хэпал, быстрее, там щиток, я одеваю всю хуйню. Щиток из вместо шема брать эту херню? Из них? Нет. Ну, нет, и тебе скорость. Всю хуйню, тихо, блядь, всю хуйню лутай. Вселенский вдохновитель тебя интересует. И щит тебя интересует. Одел? Давай быстрее только. Быстрее, быстрее, лутай. В сумку смотри. Одевай быстрее. А там 35 секунд. Открывай сумку. Да хули 35, надо же одеть. Короче, я тебе так скажу. Вот надеюсь. Там... Одевай. Бегать надо, одеваешь, короче, топорик. Блять, хэпал, ты долго будешь? Ты одел там, нет? Не ори на человека, блять, дай ему разобраться. Да хули разобраться, как, блядь. Как пуха называется? Зеленский вдохновитель, желтая такая. Блять, че я нах... посмотреть. Это дробяшка, одноручка. Одноручка на хила. Быстрее, быстрее одевай ее. 5 секунд фаз. Блять, пиздец. Ну давай быстрее там. Че вы не сказали заранее макро сделать?
Да хули макрос. Потому что, блядь, все, первый раз на фоллой, блядь. Все, тебе сейчас Лока хилить, частицу, дай Локу. Цуна не убегай взятого. Сюда, вернись обратно, Лок будет там в звезде, ты близко подошел к нам. Тебе нужно стоять между Локом и между ДК-танком. Но ты близко стоишь к этому, там... крошку у тебя зафиряет. А, нефир не действует, да? Все, короче, частицу нам на хилить. Спрятаться, забафать, лапку, каску, пристабафать. Не ведите его туда под фир, вы сдохнете, алло. В сторону ромбика ведите, блядь. Я похилю за этого. Бедон, беги. Окей, а способность мне жать по КД? Или нет? Пока не жми ничего. Может, и хили все. Все, идем. Дотаем эту хуйню все. На бабе рейндж набираем, РДД. Право, лево, немножко там варьируйтесь. Бомба отошли, не подходите. Секунду, бомба. Все, подходим, бьем. К треугольнику. 30 секунд, 200. Готовьтесь сейчас. Как только он умрет, сразу Юля побежишь туда. Набирать его. На пулиш. Бомба, мелики отошли. За 7 секунд. Юля, веди его туда уже. Леску. Окей, пошел. Идем потихоньку в центр. Ваша пэску. До Гера сдали. Ладно, пусть. Частицу также на Оке, да, держать? Частицу на хулидринка сейчас перевешивай. Сокру первую хулидринк ты будешь давать, вторую скажешь, да, ему, да. Когда Феникса увидишь. Сейчас максимальный ДПС, Гера, все дела. Значит, контроль будет 7 секунд, готовимся. Убиваем своих и потом ресы. Готовимся. Контроль 3. Баблы готовьте. Неаполитан. Молодец, неаполитан. Все, значит, неаполитан вставалку, друид инвалида, мурлоко с ресой. Быстрее щитуем его. Сейчас мы этот друид инвалид станет. Заломанчик, захильте. Друид инвалид, вставай. Каску, лапу, пристабав отправляем. И все, фулл ДПС даем. Этот Костя, постарайся ему сказать массакру под второго феникса. Когда будет лужа с феникс. И три яйца огненных такие на полу будут крутиться. Из них надо выходить. Сейчас визуально смотри. Уярим пока. Вон феникс скоро будет. А продукт, если что, есть. Секундочку. До контроля после... 10 секунд готовимся. После контроля уже все будем делать. Давай массакру. Давай. Все, нормально. Okay. Контроль, секунда. Своих сейчас убиваем. Убили своих. Мэтт Фокс. Значит, друид инвалид Мэтт Фокса. Я хоть мастера ресую.
Быстренько встрем и переводим. Все, каску лапы пристабак, каску дал. Фул обновляем и бьем просто босса. Так, сейчас. Вы пока переводите, я там на кое-какого феникса поставлю меточку. Да, Костя, их лупит феникс. Все, сейчас босс убегает. Треугольник свичнулись. Ты это, фул РДД, все треугольник убили. Милики, отойдите оттуда пока. Уйдите, сейчас откинет. При смерти он откидывает. Сейчас немножко отведи, метров 10. Яйцо все свич, осталось яйцо, которое... Яйцо все свич, быстро милики помогли. Быстро зергаем. Все, быстро. И второго феникса теперь. Второго феникса то же самое, милики. Тоже надо уйти уже. Милики, отойдите, да. Милики, отходить. Яйцо появится, подбежите яйцо бить. Яйцо появилось, яйцо бьем. Места свои занимайте, метки 3 хила. Значит, со стороны квадрата третья пати, со стороны креста четвертая пати. Милики, значит, первая пати со стороны ромбика и вторая пати со стороны этой ёбаной черепка. Только смотрите, от хилов раньше набирайте. Припод там. Взлетка. Все, взлетка набрали. Раньше набираем. Дубовые отдаем совы. И дамажим. Милики вообще съебывайте, вы босса не бьете на этой фазе на взлетке. Только РДД. А я побью. Захиливаем. Ты смотри, к боссу не подлетает, там хп тратится. Хп да, тратится. Я не подлетаю, тарелка ебать. Друида, быстрей, друида. Ну, ебаный рот, нахуй, ну хилим. Захильте быстрей. Пониже спускаемся. Святос, святос. Сейчас падение будет. Так, у кого там БР, значит, этот, Равис, друид инвалида, резай и фулл ДПСим. Лаги ебаные. Каску лапы приступа быстрее обновляем по нему. Все, хуярим босса. Максимально хуярим. Инрок себе залей, не стесняйся. Вон, тебя откадешься сейчас. Бидон тотем. Этот феникс. Быстро захиливаемся. Нормально. Забрать. Летел, я массакру дал, бегу. Так, Одикон. На мне камня нет. Блять, хуёво. Ладно, после зетки я тебя буду резать. А, мне КД. А кто будет резать тогда? Мэтфокс есть и Кирос через минуту. Там у Мэтфокса, да. Захиливаемся. Все, бьем. Блять, да ёбаный в рот. Хуяри, остальных не проебите. Дубовые прожмите. Прожмите. Сука. 5. Как раз Матфо... А, блядь, Матфок сдох. У Керуса есть. Рависта захиль. Там через 40 секунд только у него. Сейчас у кого БР есть из живых? Хуярим Келя быстрее. Ну и все, хуй сосем, значит. Попробуй играем. Закрыть, а? Камня нет, это вообще пиздец. Почему камня нету? А, в самом начале сдали. Дай, короче, ладно. 20 секунд хуй знает. Хуярим максимально, блядь, приподы пьем, блядь, если кто не выпил еще. 30 секунд. Взлетки должны добить. Баблы, если что, готовьте, там, когда он берсу войдет, может, на дотах добьем. Если хуй знает. 15 секунд еще бейте, нахуй, жмите все. Поднимай быстро этого. Кого нахуй? Матфоксу! Матфокс, Вадикона! Вадикона, быстро, Вадикона, быстро резай. На взлетке хоть добьет. Быстрее, быстрее, Вадикона, Матфокс. Блять, земля из-под ног отходит. А, он сейчас берса. Уже берса. Разлетаемся. На рейндж разлетаемся. Нет еще берсы, бьем. Вот сейчас он красный будет. Хуярим, хуярим, если что, баблы все нажмем. Ну, блять, хули нам. У меня нету, все. Бьем, бьем. Вы не дамажите. Дамажим, все нормально. 3, 2, 1. Так, падаем, бьем. Вадикон, вставай. Ну, берса, баблы жмите. Ну, я хуй знает, нахуй. Ну, все, блять. Катите, бейте. Сейчас он только ешку даст. Бьем, бьем. 3 ляма, бьем, может, добьем. Не зыбки, все хуйню быстрее отдавайте, там 2 ляма. Вон под берсой сейчас.
Он сейчас в Берсе? Да. Он умрет сейчас, он не в Берсе. Он сдох. В Берсе? Он не в Берсе. Это да, он был в Берсе. Это не Берса. Что, продлили Берсу, что ли? Не знаю. Ну, сука, там было 500% урона. Не выпало, так. Дай лутеру. Выпало. Пиздец. Там, короче, какой-то баг, походу, жесткий. Вот все, меня... сейчас будет это кое-какой разговор, нахуй, быстренько. Давай, лутера. На. Вот теперь, так, воронку на тебе, закинься там. Дай мне ПГП, да? Нет? Ну, да, мы чё, кстати, закили? Так же 600 лутанем или чё, или 300 начать лутать? Давай пока... Так, 600. Пока 600. Так, где ты там? Так, вот тебе закину эту хуйню. Свиток тоже тебе закину, там откроешь. Или можешь дашь кому как хочешь. Можешь народ кинуть. Вот, сфера. Сфера, значит, 25 ГП. Смотрите там. А чего она дает? Ты забираешь? Там квестовая шея. Шея 200. Забираешь в Людринку эту хуйню? Да. Хочешь забрать? Там пиздатая шея. Че, МВС? Да, сейчас подождите, с лутом разберемся. Что, Витя, ты хотел сферу? Пишите. Ну, мне с хостой, мне крит нужен. Ну, вот эти перчи надо полтай. Кому-то? Блять, давайте разберем лут сначала. Ладно, я Витя потом отдам. Потом попиздим. Ну, сам отнимешь тогда ГП. Угу. Эта хуйня надо кому-то? Он неаполитан жмет. Так, ну, продаст себе не к спеху, да, эта хуйня? Нет, это нахер не надо, так, если никому не надо, только забрать. Неаполитан, блин. Забираешь, Витя? Я не знаю, нахуй я неаполитан. Сейчас, Слава разролит, поговорим, там хуйня сейчас произойдет. Лёхи закидывай. Плач Лёхи, да? Угу. Куда БС? Ну, он блок дает. Да, ну топовый, конечно. Паладину и вару больше некому. И плащ, короче, крит дух. Не знаю, на кого сойдет этот, блядь, плащ. Ну вот, погоди, можно. Погоди, пока Лёх сейчас. ДЦ-шку. Нахуй на ДЦ крит. Потом расскажу. ДЦ только крит нужен. Не только. Ну, хоста ему меньше нужно. Все, отдал. Ну. Так, скажите мне, вот этот ДКшный, кто забирает токен? Кто там? Я забыл. Ну, четвертый у МВП Ханта, правильно? Ну да. Ага, нет, у меня есть третий. Грудак. А какой? Есть грудак, алло, а кто забирает-то? Напомните мне, блядь. Да, у Вити грудак. Пиздец. Ну пусть что протыкают, кто там. Сейчас я гляну, подожди. А Продакс 4. Ты разберись 4. С этим Сваровским. Я сейчас разберусь после этого. Вилаша руки. Вот у Вилаша один, но это ДД. Кому? Ну это второй спек надо. Тыкает и Вилаша второй кусок. Хукмастер будет третий. Че, хукмастеру закидывать будем? Ну все, больше никого нет. Если нет никого, то хукмастеру. Ну, по сути, да, получается так, тогда. Хукмастер. Вот третий. Ну, третий кусок тогда. Все, хукмастеру закинул, надо будет записать, не забыть. Поступишь, нет. Теперь этот есть? Самый. Теперь есть состоится разговор, блять. Уважаемый Равис, ты тут? Ой, бля. Где он там? Ну, включай голос. А вы что за ургиз? Ладно, хорошо, будешь печатать. Скажи мне, пожалуйста, что это за хуйня? Почему при всяких конфликтах, ливах с гильдией и при всякой параше всплывает твой ник? Почему, блядь, из-за тебя проблем дохуя у меня? У тебя какая-то неприязнь ко мне или что? Ты мне объясни. Да, при чем здесь? Короче, грудак, он договорился со всеми, блядь. Все ему его уступили, этот грудак. Я сейчас, Мэтфокс, нахуй, я тебя спрошу, блядь, ты заберешь грудак? Так как у Урги он есть, да и вообще, ну, Мэтфокс, если не на то, я Святосу, блядь, дам. Святос, тебе надо грудак? Нет. Мэтфокс, будешь забирать грудак, либо я его у себя оставляю, себе запишу вторым куском. Чего ты не хочешь его листу дать? Пускай уже оденется, будет полностью одет. И у меня ж ноль кусков, у него уже третий. Потому что, блядь, я человека с гильдии за него кикнул, нахуй. Еще вопросы да, есть? Чем... Слава, а при чем здесь, ты мне скажи, ровист, потому если что... человек... Потому что мне Притон написал, что к чему, блядь. Это уже отдельная хуйня. Ты слышал, что Притон говорил? Он тебе это говорил, Коли Дринк? Нет. Так разбирайтесь, нахуй, в этом говне, нахуй. Потому что эту ебаную хуйню, блядь, за моей спиной я заебался, нахуй, расхлебывать.
Я тебе не хочу кусок отдавать, потому что ты вот эту хуйню делаешь, блядь. Договариваешься со всеми, сидишь. У тебя два перса, Волонир и ВХ есть, нахуй. Сиди, жди, нахуй. Короче, Мэтфокс, либо я тебе его сейчас, либо я его тебе запишу, либо я его сейчас себе заберу. Заберешь, и чтобы ты никому его не отдавал, блядь. Чтобы у тебя хотя бы первый кусок начинал собираться. Мэтфокс хочет Тердру открыть. По-моему, если не ошибаюсь, еще ничего не изменилось. Я как бы не против открыть дерево, потому что друид инвалид, у нас разные вредности. Давай, что я давай, я сейчас тебе спрашиваю, я тебе отдам или я его себе в сумке оставлю, нахуй? Ну, конечно, беру, зачем тебе в сумке его пылить? Все, теперь вот эти все договорники, блядь, я рад, что вы уступаете, это все хорошо, пускай так и будет. Но это тебе, ровист, это тебе просто, ну, одно КД, это тебе наказание, блядь. Лутанешь или на следующем, или на, ну, через одно, не знаю, как вот вары начнут забирать. Все, блядь, не надо нахуй это обсуждать. У Мэтфокса кусок будет. Все, пиздец. Я понял. Причем здесь наказание? Тебе дали инфу, человек собирается лутать кусок и съебываться, и в итоге он еще в говне оказывается. Нет, там не такая инфа, блядь. Во-первых, он не съебывался. Он сказал, что в раздумьях, нахуй. Это кто-то додумал уже. Кто конкретно это слышал? Мне дайте инфу, нахуй. Вот прям сейчас, нахуй. Как на духу, блядь. Я при этом в личку написал. Могу скрин скинуть. Скидывай. Нет, так одно дело, типа раздумья. Ну, типа одно раздумья, дело, раздумья могут быть, блядь, у всего рейда. Да, типа раздумья могут у всего рейда быть. Он раздумывал, но писал в личку рависту, он уходит. И ему похую, залутает он этот кусок или нет. Все, 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 короче, конфликт замяли, блядь. Ну, Равис написал, бери себе Мэтфокс, на этом остановимся. Больше все. С Притоном я ему сказал, вернешься, да, ну, не вернешься, нет, нахуй. Ну, я у него, я с ним попереписывался, ну, я так и не понял. Ну, видать, он там устал или что, хуй знает. Или прогресс ему надо. Ну, он был в раздумьях, вроде как ливать не собирался. Ну, либо я хуесос, лох, нахуй, он меня наебал. Либо, тихо, блядь, все, тихо. Либо, ну, короче, я не хочу эту хуйню разжевывать. Слава, ну, что он тебе сказал бы, дай, я бы залутал кусок и ливнул бы? Все. Кто бы он тебе такой сказал? Все, ну не знаю, пускай. В БС ли пускай, реально, он бы не пускай сказал, это только я могу говорить. Все, короче, ну, я не знаю, у меня просто, ну, я ебал эту хуйню, все, блядь. Витя, ты сферу брать будешь? Все, там... я запишу сейчас на Мэтфокса. Я просто к тому, чтобы честно было. Мэтфокс, Мэтфокс, все, Мэтфокс с куском будет сидеть. Три. Я просто оставляй себе, короче. Один. Все мне давай нормально. Вы закончили, можно вопрос? Говори. Кому Чеху все-таки, блядь? До сих пор лежит уже Киленой болит. Дай мне ее. Подожди. Пусть вот это решает, типа. По Чешке. Пусть роллы кинут, кому надо, и все. Ну, Зломаныч по приору первый, если тебе надо, типа по ЕПГП кто заберет, пусть роллы кинут. Я не буду ее по ЕПГП. Неаполитан, ты будешь ее носить? У тебя приора нету, но если ты будешь там, ну, я не знаю, мордаунт, он, блядь, ну, ШПшники, это самое, он ДЦшник. А там есть ДЦшник? Успеешь лутануть, блядь, какая ДЦшник? Нет, ДЦшная шея там нет. Крит дух. Можешь мне шею инкануть, пожалуйста? Там крит дух. Там нет хиловых шей. Там крит дух, говорю, блядь. Мне не надо. Ну, кроме мордаунта... Если никому не надо, блядь, можете мне оставить. Кроме мордаунта... Та шо со сферы? Блядь, ебаный рот. Крит дух, я ему сказал уже. Кроме мордаунта. Я уже завязал, вы, блядь, ой, ёбаный рот, нахуй. Я когда спрашивал, нахуй. Блядь, не кричите, давайте в очереди. Чешка уже час лежит, ё-моё, а уже появилась. Давайте с Чешкой разберемся. Ебаную Чешку надо, нахуй, кому-то, кроме мордаунта, на второй спек, нахуй. Да нет, блядь, отдайте вы уже, ёбаный. Пусть уже забирает, блядь, он дрочит на своего ШП на этого, дайте. Всё, нужна ли эта Чешка, я посмотрел. Да кому нужна, блядь, есть такие, кому нужна? Да мусор никому не нужна. Если на офспек можно забрать по консулу, то я на хапала взять могу. Она не работает на хапале. Вон, мне похуй, мне ради хосты. Вон, призану, дай, пускай Элема собирает. Неаполитан у нас, что? Но у него обычка, он говорит, хуйня, типа, ему не хочется. Он не хочет. Ну смотри, неаполитан сам. К тому же карта ниже, чем Чешка. А карта не падает. Все, призану, давай просто так и все. Сейчас дам. Ну и все, это самое, полетели в бронзовое. Да пиздец, как, блядь, сука. Так, давай теперь подумаем, это, слышишь, хапал, ты не сильно в ахуе из того, что...